Представься. Рядовой Дмитрий Дмитриевич. Медвзвод. Что, вспомнишь свое рождение, где проживаете? 15.04.01. Проживаю в городе Москве. Где службу проходите? Службу проходил 15 полк. Где находится? Это на Арфанинск. Полный адрес. Вот не знаю. Город Калининец. Арфанинский район. Звание должен. Рядовой. Санитар. Как на территории Украины оказались и когда? 7, 8, 9. После объявления войны в 4 утра оказались на территории Украины. Кем война была объявлена? И кому? Не могу узнать. Потому что новостей уже нет, мне как бы это передали, просто война объявлена. Говорите, после объявления войны. Кто кому войну объявил? Видимо, Россия и Украина. Ну как вам объясняли? Вы с какой целью прибыли на территорию Украины? Лечить раненых и больных. Раненых кого? В принципе, всех. А в первую очередь? В первую очередь? Да. В первую очередь у нас не было очередности. Я думаю, что, например, беременная женщина, она пошла вперед офицера. Объясните, что сейчас происходит на территории Украины? Война. Кто ее начал? Кто агрессор? Агрессор? В этой войне. Ну, видимо, Россия. Вы видели последствия этой войны? Нет. А где вы были? В медзаводе. Что вы видели? В 200-х наших, нескольких 300-х. Лечили. Ну, ваше отношение к этой войне? Война сама по себе не очень хорошая штука. Она нужна? Нет, конечно. Пожелания, просьбы к родным, близким будут? Будут. Говорите. Мама, ты не беспокойся. Просто не иди сюда. Отсюда выезда нет. Мне и так посадят. Вы домой вернуться хотите? Почему? Простите. Может, вы хотите, чтобы вас забрали отсюда? Мама, не иди сюда.